мама говорила, что белая погибла? Да она вскрикнула. И как мама, я... Да. Но мама сказала, да, я не думаю, что она могла просто вскрикнуть, если у нее такое состояние было. Нашли вечером. Я поняла, как она погибла. Мама наступила, чуть-чуть она не упала. Угу. Да. Все равно хочу какого-то еще питомца. Не знаю почему. Это кот. Йоли. Это что-то из чего-то. Кот? Ну да, Йоли-то это. Такой деловой. Черныш? Я его Йоли зову. А, черныш лучше. Ой, значит, такая банда. Я вот плут. Ну, как сказать? Кошек гоняет всех. Ночью начинает. Я хочу к вам приехать, тетя Вик, и поиграться с ним. Что он не мучил кошек. Он замучил уже всех кошек. Тетя Вик. Зато с собакой играет. Ну, собака нормально, не обижает собак. Она его кусает, она его подкусывает. Хорошо, что не съела. Он ей лапу подкусывает. А ну он вырос, как я видела в видео, он вырос. Вырос он хорошо. Привычка у него такая, он приходит ночью и начинает кусать. Я думаю, что... Я думал, что на улице, когда он был, то же самое делал, и эта привычка уже. Кошек еду отбирает. Ну, как видела, какой он. А как у него там глаз? Ну, если он гуляет, мучает кошек, думаю, что видит. Ну, наверное, даже если слепой, однако. Ну, да. Ага. Ясно. Ясно. А вы видели фотографию Кешу? Нет. ВКонтакте? Ну, я давно вашу ВКонтакте. Ладно, покажу вам. Он вчера летал. У меня палка Сэмка есть. Ну, помните, такая? Когда-то я покупала у себя. И мне это помогло. Я сфоткала так хорошо его, что он сидел хорошо. А, типа, есть такое, но почему-то он потом не смог. Вот так мы едим. Да, по-взрослому. Да. Пицца. Нация. Картошка фри.
курица. У меня кастрюль шоколадный. Буду ждать, когда остынет. А у тетика чай зель красный. Фруктовый. И очень пахнет. С лимоном. С лимоном. А мы сидим в красивой картине. Вот такая красота. На улице. На улице смотрим. Покажи, как она разрисована. Вот такой. И перец с пушками. Кому приятно, аппетитом. Да, тетик? Помехайте руками. Тетик, я прочитала мясо там. Вот, магазин мяса. Какая есть? Отдыхают они, ботинки. Спасибо.
те же 20 градусов мороза. С завтрашнего дня градусы вода начнут постепенно отступать. Днем минус 14, в пятницу минус 10. Небольшой снег будет идти каждый день. В выходные он усилится до снегопада, а днем будет минус 6, минус 8. Ну, а прямо сейчас вечерний РБК с Яном. Это так сделали красиво. Кота? Тетик, у вас мысли всех о котах. Полиция там была. Там елки лежат. Жалко такие елочки. Холод, как это страшно, невозможно на улицу выйти. Он, решив их немножко подразнить, пошутить, сказал: знаете, а когда я служил на Новой Земле, у нас про такую погоду говорили: прекрасная, теплая, весенняя погода. Вот и они сразу на контрасте понимали, насколько...